В эти дни в Москве проходят 30-е международные образовательные чтения. Это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. В этом году он проходит на тему к 350-летию со дня рождения Петра I «Секулярный мир и религиозность». Дагестан на форуме представляет первый заместитель председателя парламента Юрий Левицкий и архиепископ махачкалинский и грозненский Варлаам.